Еще менее полугода назад никто в нашей стране не предполагал, что наводнение в Молдове может вылиться в катастрофу национального значения. Даже те люди, которые живут на берегу прута, то есть там, где всегда существует угроза подтопления, не могли себе представить, что может их ожидать. Весенние паводки приносили финансовый ущерб, но никогда не уносили человеческие жизни, не уничтожали полностью хозяйство, дома, скот. Никто из нас не думал, что после такого количества наводнений, которым страна всегда была готова, в Молдову может прийти катастрофа. Однако это произошло. В ночь на 7 июля 2010 года более 3800 гектаров молдавской земли оказались под водой в результате прорыва защитной дамбы возле села Немцень. Дамбы, которая неоднократно выдерживала значительно более сильный напор воды. В том числе в 2008 году, когда уровень воды в этом месте был на 1,5 метра выше, чем в нынешнем. Да устат апа пуцин în partea ce e tipic. Dar amuia, cum constatam, e ustat aproape lui. Ea ducea să te undeva o săptămână, o săptămână jumate. La mine în gospodă vine apă că izvoră de sub dic. Cea că era atât inundat grădina. Dar pe urmă ei începe și să retrăge. По свидетельству местных жителей, уровень воды прошедшим летом был значительно ниже, чем во время наводнения 2008 года. Где находилась вода в 2010-м, отчетливо видно по следам, оставленным водой на деревьях. Уже сейчас, когда люди оправились от первого шока, у тех, кто остался без крова и имущества, возникает множество вопросов. Все они связаны с одним. Что произошло с дамбой? Почему были затоплены Немцень и Обелень, а село Котулморий, надежно защищенное дамбами, полностью оказалось под водой? И главное, почему власти ничего не предприняли для того, чтобы отвести пришедшую через эту дамбу воду, накрывшую 4 села? Почему власти, вместо того, чтобы перенаправить воду далее в пруд, сделали все, чтобы задержать ее как можно дольше в этих селах, в которых люди еще питали какую-то надежду на спасение? Старое кладбище. Самое высокое место в селе. За всю историю Котулморий оно никогда не затапливалось. Совсем по-другому было прошлым летом. Местные жители, вспоминая подробности той трагической ночи, уверяют, что без вмешательства человека насыпь не прорвало бы. Проводя собственное журналистское расследование, мы нашли множество свидетелей, которые заявляют, что слышали сильный взрыв, после которого вода хлынула на отдыхавших и ничего не подозревавших людей, практически мгновенно затопив их дома. Ещё нас, да, мы голова вообще около, который в аду того саузы будет тот мор. Ну, вообще вот он. Вот где тунетура на душиты. Я так же дел троишь. Она вини фугала ной. Ну, я цел вот их сорок дамба. Дамба ну спать сорупаше. Вот где туна дамба. А сам ну сорок пила побоец. Я у смеи батран дешеп ты дешеп сидяни. Шам году верстой дикрут мульти. Asta nu a fost. Nu a fost de la... S-a auzit ceva? Da, da, s-a auzit. S-a auzit, da? Da. Și cum s-a auzit? S-a auzit buitură? Da, bubuh odată tare. Более того, местные жители недоумевают, из-за чего в месте прорыва плотины образовалась 8-метровая воронка, чего опять-таки не бывает при постепенном размыве насыпи. Ты спонит ебаре, дичи нам околу лох села аша буарта дынка. Trebuie să fie tot prâul, la, cam la un nivel, apă doar spală, pe de drept, tot. Ne. Dar numai loc seala și o boartă mare. E de la apă, să zici mă așa. Apa și ea, o mărs așa ea, o mărs, o rupt, o rupt, o rupt, damba până și-o ajuns la plășnucă așa ea. De mă ies, o dus întreaba ei. Și trebuia pe șilea să intre în pământ, 8-9 metri, și-a pseasă înapoi să ducă. Aici a fost pustură. Еще И, наконец, возникает еще один вопрос. Куда исчезла труба, которая была бетоном укреплена под дамбой для отвода воды? Очевидно, что при детальном расследовании этого происшествия остатки трубы могли стать красноречивым вещественным доказательством. В этом месте была разрушена дамба, и вода хлынула на людей. Здесь же находилась и дренажная труба. Где сейчас находится хотя бы то, что от нее осталось, не знает никто. Жители села Котулморий, которое в результате наводнения буквально полностью ушло под воду, уверены, что дамба была взорвана по распоряжению руководства страны для того, чтобы спасти от затопления румынский город Галац.
de multe ori de s-aud că aici așa a fost anumit făcut, ca să nu iese două orașe la România. Că e așa sau nu așa, eu nu pot să vă spun precis, dar oamenii vorbesc, care și cum. Cum, vă vândut pe voi trei sate este? Deci numai trei sate. Păi astea, Gobileni, Nimțeni, Cătumori, Sărătieni și încolo, pe la Leoba, pe încolo, n-ați fost încolo, nu tot așa e mâncat. Pe la Zgheroaia, n-ați fost încolo, Grozești, Bărboieni, spre Ungheni, nu tot așa. Dar la Crâvda, nu tot așa. Тысячи граждан Молдовы, среди которых сотни детей и стариков, тысячи домохозяйств, добро, нажитое людьми десятилетиями, стали разменной монетой молдавских правителей, решивших, что жизнь и благосостояние соседей дороже. А ведь когда возникла угроза, эти люди доверились собственному правительству, поверив в заявление премьер-министра Владимира Филата о способности противостоять стихии. Всего за неделю до катастрофы Филат обещал, что ситуация не сравнится даже с той, что была в 2008 году. Nu există niciun motiv de îngrijorare, spuneam toate măsurile care au fost necesare să fie fost luate, au fost deja luate și în caz de continuarea precipitațiilor și a sporirii volumului de ape, măsurile care sunt necesare să fie luate în asemenea situații vor fi luate. Анализируя свидетельства очевидцев, становится ясным, почему даже спустя 4 месяца после трагедии нынешние правители так и не удосужились начать следствие по этому делу, элементарно опросив жителей села. Местные жители вспоминают, что всего за 2 дня до трагедии место будущего затопления облетал вертолет из Румынии. Об этом не мог не знать глава Минобороны Виталий Маринуци, в чьем ведении находятся молдавские ПВО, оснащенные современным радиолокационным оборудованием. Тот же Маринуци, а также глава другого силового ведомства МВД Виктор Катан не могли не знать о распоряжении взорвать дамбу, не говоря уже о директоре пограничной службы Алексее Ройбу, которому должны были быть известны любые перемещения в погранзоне. И, наконец, явным подтверждением версии о злоумышленных действиях властей служит заявление руководителя агентства Апели Молдовии Иона Лупу, который буквально сознался в том, что в Немценах был специально произведен подрыв дамбы. A fost o ruptură artificială în satul Nemțe, care a produs această inundație și noi am efectuat 3 rupturi. 3 рупторы, 2 на рыву Нырнова и 1 ампрут. Зная все это, уже не удивляет факт столь оперативного содействия из Бухареста, оказавшего помощь стройматериалами в размере 25 миллионов евро. Но кто вернет унесенные жизни двоих молодых людей, погибших в первые часы затопления? Возникает также множество других вопросов нравственного характера. Во сколько молдавские власти оценивают труд наших крестьян, которые десятилетиями зарабатывали на то немудренное имущество, уничтоженное за час? За сколько молдавский премьер Филат продал будущее более чем 600 наших детей, оставшихся в одночасье без крыши над головой и отлученными от родителей? Кто ответит за организованный в Припруте геноцид нашего народа? И главное, когда в Молдове будет организован трибунал над теми, кто буквально продал жизни и здоровье наших людей? Бубу, куда ты тарешь? Где тунетура надушита? А, мне пошло, мне унельва с рубрика. Вот это надо, дама. А дата в Румынии, у бомбы вообще. Момент, на кадва минуте, а по уникат. Шо шумыр, 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 шумыр. Ща подрепила мою пену градину. Ну, не можете попросить, что мы шумыр. А еще пост, мы на репост.